Как оставить ссылку на видео с YouTube в группе в социальной сети Одноклассники? Для этого у вас должен быть открыт здесь аккаунт. Затем переходите во вкладку группы. Если у вас еще нет группы, вы можете эти группы найти, пользуясь поиском. Ссылку на видео вы можете разместить как в своей группе, так и в чужой группе, там, где такое размещение разрешено. Я буду показывать на примере своей группы «Клуб видеоблогеров». Смотрите, здесь у нас есть вот такое зелененькое окошечко. И для того, чтобы разместить ссылку, нам необходимо кликнуть по этому окну левой клавишей мыши. Затем мы переходим на канал YouTube. Здесь мы можем скопировать ссылку, кликнув правой клавишей мыши по названию видеоролика и нажав на «Копировать адрес ссылки». Либо же мы можем перейти на страницу просмотра этого видеоролика и скопировать адрес ссылки в строке браузера. Вот здесь. Но прежде я предлагаю вам скопировать название этого видеоролика, либо же прописать его. Для ленивых можно скопировать. Дальше переходим в Одноклассники. И при помощи клавиш Ctrl-V вставляем то, что мы скопировали на YouTube. Возвращаемся на YouTube и копируем адрес ссылки на это видео в строке браузера. Либо же первым способом, как я показывала. Выделяем ссылку левой клавишей мыши, кликаем правой клавишей мыши и нажимаем «Копировать». Переходим в Одноклассники и вставляем эту ссылку. Ctrl-V. Смотрите, у нас подгрузилось и видео, и к тому же у нас будет еще ссылка на это же видео и будет краткое описание. Дальше мы нажимаем «Поделиться» и, пожалуйста, наше видео подгружено. Теперь все участники группы могут посмотреть это видео. Кто из них захочет перейти на YouTube, пожалуйста, вот есть ссылка. Они кликают по этой ссылке и без проблем попадают на страницу просмотра на YouTube. Здесь они могут подписаться на канал, поставить лайк, оставить свой вопрос в комментариях, что очень хорошо для нашего видеоролика. И посмотрите теперь, какая разница, если вы просто подгрузите видео по ссылке. Вот сейчас я вам покажу. Так, я перешла на канал YouTube Евгений. Здесь я копирую адрес ссылки первым способом, как я вам показывала. И возвращаюсь опять в Одноклассники и вставляю просто ссылку. Смотрите, видео подгрузилось, а ссылки здесь уже нет. Это потому, что мы не написали здесь описание этого видео. Затем кликаю «Поделиться». И у меня подгрузился только видеоролик. Вот такой вариант хуже, потому что люди смогут нажимать класс, и это видео будет распространяться только в социальной сети Одноклассники, и комментировать они смогут только здесь. Нам же важны не только вирусное распространение и просмотры из Одноклассников. Нам еще важно, чтобы люди переходили по ссылке и комментировали видео здесь, на YouTube, чтобы было еще вирусное распространение на YouTube. Хотя, конечно, достаточно тяжело выманить тех, кто полюбил Одноклассники из этой сети. Но я думаю, что такие люди найдутся. Кто хочет получить ответы на свои вопросы, то, конечно же, проще всего поймать автора видеоролика не в Одноклассниках, а на YouTube. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Ставьте лайк под этим видео. Задавайте свои вопросы в комментариях под видео. Буду рада, если вы это видео добавите в избранное и поделитесь им со своими друзьями в социальных сетях. Кнопка «Поделиться» есть под видеороликом. На этом все. С вами была Юлия Ратушная. До скорых встреч в новых видео.